Более 23 тонн гуманитарного груза прибыли в Сирию. Российские военные доставят их жителям провинции Латакия и Алеппо. 2 тонны продовольствия уже дошли до своих адресатов. Их раздали в городе Хикра. Было доставлено основные продукты питания. Консервы мясные, консервы рыбные, крупы, сахар. 350 человек уже получили продуктовые наборы. Российские врачи осмотрели местных жителей, они провели консультации, также выдали все необходимые медикаменты. Я напомню, что на сегодняшний день к процессу перемирия в Сирии присоединились 209 населенных пунктов. Террористические организации ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра продолжают препятствовать режиму прекращения боевых действий. Периодически они проводят минометные обстрелы населенных пунктов, ну а местные жители находятся в бедственном положении. We'll be right back.